Тонкая талия, гибкая фигура, подтянутость. Закономерный результат занятий пилатесом. Во время тренировки помните про дыхание. Без задержек, плавно и глубоко, в своем ритме. Выдох на напряжении, вдох на расслаблении. Комбинация на 4 сета. Встаньте на правое колено. Левая нога вытянута в сторону. Ее носок касается пола. Мяч поднимайте вверх, локти чуть согнуты. Вдох. На выдохе, напрягая мышцы пресса, опуститесь к ровной ноге. На вдохе, в медленном темпе, примите исходное положение. На выдохе опуститесь вправо, не теряя равновесия. Выполните 8-12 раз. Боковой подъем. Необходимо опереться на мяч правым боком. Руки уберите за голову. Локти отведите в стороны. На выдохе поднимите корпус до вертикального положения. Правое бедро не отрываем от мяча. На вдохе отклонитесь в исходное положение. Выполните 8-12 раз. Планка. Сидя на коврике, отведите фитбол влево. Левую ладонь поставьте за спиной. Правой упирайтесь на мяч. Стопы наклоните влево. Приподнимите таз. Выполните в другую сторону. Лягте на спину. Ноги с мячом поднимите вверх. Поясницу прижмите к полу. Ладони уберите за голову. На выдохе ровными ногами закрутите мяч. Локтем потянитесь к колену. На вдохе вернитесь в исходное положение. Выполняем 8-12 раз. Скручивание с фитболом. Ноги согните в коленях. Руками держите мяч. Отрывайте от пола плечи, лопатки. На выдохе потянитесь мячом к пяткам, одновременно отведя колени в противоположную сторону. Исходное положение, вдох, и влево выполните скручивание. Выполняйте 10-12 раз. Будьте в форме!